Я просто не могу поверить. Отчеты ужасают. Неважно, что вы думаете, пока расследование не закончится, лучше бы вам взять отпуск. Будем надеяться, вся эта история утихнет раньше, а не позже. Если никто не раздумает из мухи слона. Думаю, с повышением придется подождать, но вы оба определенно заслуживаете перерыв. Крыса. Так. Последний набор. Ну, если кто-то застрелил Морена, как раз тогда, когда вы с Джоном его брали. Просто безумие. Почему это скрыли? Я помню, репортеры говорили, что вы застрелили его за неповиновение. Вас же из этого инцидента еще долго поливали грязью. Ох, можете мне не рассказывать. Я помню, по телеку тогда много говорили о психическом здоровье полицейских. Ибо мне, как образцовом примере слетевшего с катушек копа. А я по сей день не знаю, кто же застрелил Рэя Морена, но эксперты достали из него пулю того же калибра, что и мой пистолет. А это значит одно и только одно. Все было подстроено. Да, у меня два монитора, конечно. Тогда я этого не знал, но было ощущение. Ощущение, что что-то пошло сильно не так. Что-то, чего я просто не мог взять толк. Или мог, но не захотел. Дзин-дзин-дзин. Хоть кто-то все читает. Я капец как все читаю, Селеняш. Эй, Рик, ты как там, держишься? Знаешь, я уже несколько дней бодаюсь с шефом, но всю эту ситуацию с Рэем и Рэна пустили на самотек. Как будто они нарочно ничего не делают, понимаешь? Недоумеваю, если честно. Ладно, не все же плохие новости, ты слышал? Арестован гендиректор Stone & Roberts, Ларс Робертс. Спасибо за подписку. Видимо, документы, которые мы не нашли в казино, оказались интереснее, чем мы думали. Ларс, отправляйся в тюрьму, то есть что-то хорошее из всего этого вышло. Джон? Наконец-то что ты сказал. Я думал, ты отключился рядом с телефоном или типа того. Джон, нам нужно говорить с Робертсом как можно скорее. Можешь за мной заехать? Съездим в тюрьму округа Салливана и встретимся с ним вместе. Хорошо, никаких проблем. Я буду через несколько минут. Только не забудь надеть свою самую чистую форму. И, может, примешь душ? Ты сидишь дома уже несколько дней и, боюсь, об заклад пахнешь помойкой. Может быть, ты и прав. Хорошо, у вас есть 5 минут с Робертсом, и ни секунды больше. Понятно. Следуйте за мной. Осуждаю, валяйте. Осуждайте, валяйте быстрее, чат. Можно сказать, что этот парень готовился. Он молчал почти все время нашей встречи, что бы мы ни делали. И когда мы уже потеряли надежду... Мы нашли C4 с вашей маркировкой на обычном складе. Кому вы его продали? Он не заговорит, Рик. Пойдем отсюда. Последний раз спрашиваю, где... Остановите Стоуна. Что? Стоун. Элли Стоун. Мой бизнес-партнер. Найдите его. Пока не случилось что-нибудь похуже. Например? Увидите. Ты это слышал? Ага, приготовься. Внимание, всем сообщаю о стрельбе в городской тюрьме, все, кто может. Мы уже здесь диспетчер разбираемся. Здорово. Все, теперь почапали. Сейчас я вспомню, как играть. Houston Mirror. Affirmative. Negative. Конечно, негатив. У тебя всегда негатив, а по факту потом остается так, что... Вот он хотел меня бахнуть, за что? Окей, погнали со мной быстро. Здесь бывает за дверью стоит. Закрой, брат, вдруг кто-то придет. Че он жесткий такой оказался? Я научился, видели, двери убил? Ты один? Дайте освежу. Неоправданное насилие, чат. Осуждаю неоправданное насилие, сразу говорю. Стоять. Никого? Никого, пойдем, брат, со мной быстрее. Я вижу, что спотят. Давай, твоя очередь. Хорош, хорош отработал. Так громко, блин. Открой, может, здесь стоит. Ground,
Да почему они с одной плюшки так далеко убивают? Жесть, эта игра просто наркоманская. И так здесь не пройти. Ладно, все, давайте сосредоточимся. Это все вы с вашим смайтом. Это не коопная игра, коопная. Неоправданное насилие. Неоправданное насилие. Я не хотел чат. Он меня вынудил. Он меня вынудил. Если с меня рапорт будут брать, я скажу, что он меня вынудил. Пистолет выпал, ты крыса. Погнали дальше. Сервер запустили, я в игре. Значит, сейчас пойдем. Так, валите. Роджер дат. Вот этот так быстро не... Камон, ну как они так убивают? Я не понимаю вообще. Ты один тут? Блять, неоправданное насилие. Нам нужно еще определенное количество поинтов же набить. Да его просто ранил, видели? Хорош! Я в чат посмотрел в этот момент. Хорош, брат. Вот это у меня напарник, да? Руки. Руки, я сказал. Он долго думал. Дрожь же у меня. Офигеть. Вы видели? Это обычно гражданские ребята. Какого черта он был с этим? Из меня кровь ведет. Fall in on me, быстро. Хорошо, я замислил, да? Так, дай пройду. С автоматом, с наркотой спрятался в комнате. Мы не можем повторить, за что его осуждают. Если бы я ему нос не разбил, он бы меня бы этот, ну, долбанул бы. А я, короче, в смайт пойду. Просто сгорю и в смайт пойду. А я должен эту миссию сегодня пройти. Но игра очень крутая, ребят. Правда. Стоит он, целится. В смысле смайт не работает? Вы же сказали, работает, алло. Так не работает еще? Вы че, жуки? Я тут, значит... Та-та-та-та-та-та-та. Для кого эти игры делают? Я не понимаю. Чтобы жопа горела, делают. Ты че в толчке делаешь тут? Я же сдался, поэтому и получил в нос. Нет, я пошутил. Че, не может дверь выбить? Ой, прости, брат. Ну как тебя могли убить? Я уже купил богиню. Стоишь, куришь с пистолетом. Еще и пистолет у него выпал. Так. Вот эта миссия уже в натуре сложная. Как он сейчас умер? Он же видел его, и я видел, я специально его послал туда. Get down.
Да возьми УЗИшку его. Жалко, за оружие поднятое не дают патроны. Это было бы имба. Сейчас пойдем, ребят, в смайт. Сейчас. Не нервничайте, самое главное. Ты меня напугал. Он меня вынудил. В Америке у всех оружие есть. Ну, возможно, да, ты прав. Ты не можешь? Иди к дерись, пусть тебя убьют. Сука, блин, я пошутил. Я, короче, сейчас один всех... Вы не слышали, сейчас, подождите, заново. Я, короче, сейчас один всех убью. Пойду проверю, пойди проверь. Козлы, говорит, хватит, пожалуйста. Смотри, какое сепло, я ему не успел нос разбить, так он сразу. Хорошо, пока идем хорошо. Он даже дверь не открыл, алло. Кто это придумал? Иди, чекай. Итак, половину почти прошло. Один ты здесь? Один? Один с наркотой? Хорошо. Мув, быстро, Роджер. Сразу вырубаем таких, потому что они обычно наябывают, как говорится. Иди чекай. Хорошо, хорошо. Да говорят, уже запустили серваки. Вы же прочекайте. Собака. Пойдем, брат, пойдем со мной. Ну, по-моему, отсюда, да, чувак приходил в прошлый раз? Что ты тут делаешь? С пистолетом опять. Yeah. Иди, чекай. Хорош, хорош, брат, прикрывай меня. В смысле негатив? Опа, напугал, хорош. Так, тихо. Сейчас самое главное быть крайне аккуратным. Я прикрою, брат. Иди сюда. Миссия выполнена, хорош, хорош. Чекаем, что дальше будет. В принципе, нормально набили, 13 тысяч очков, ля. Хорошо. Усиленная броня. Вот это вообще зашибись. Это очень нужно. Серьезная игра. Погнали. Кому в голову придет напасть на тюрьму? Они пытались кого-то вытащить или просто заткнуть? Никто из нападавших до сих пор не признался, а нам остается только гадать. А пока, парни, поговорите-ка с Лени. Он в последний день какой-то напряженный. Так. Теперь нужно все переделать. Во-первых, мне нужна аптечка. Потому что я все-таки... чаще первый хожу. Давайте возьмем тогда цевье. Здорово, Романович. Цевье. Сейчас пойдем смайт, ребят, правда, сейчас пойдем. Сейчас дайте я прочекаю, пожалуйста. Это просто божественную игру. И светошумовая. Серваки работают. Сейчас вот отвечаю, сейчас идем. Вот отвечаю, сейчас идем. Так, давай тебе этот пластид. Бароскоп. Бароскоп и что ему еще взять? А, ну и отмычку, естественно. Все, погнали. Мы не знали, кто напал на дерьмо, поскольку бандиты сами не знали, от кого пришел приказ. Наша единственная зацепка — Элли Стоун. Пропал с радаров после ареста Робертса. Мы вернулись к началу, и мне почти закончились варианты. Почти. Что? Что значит, линии там нет?
Да, мы его упустили. Шеф приказал вести его из участка, так что мы просто, ну, отпустили его. Ты-то серьезно? Когда? Вообще уже несколько часов. Я слышал, он упоминал игровые автоматы в телефонном разговоре. Автоматы, говоришь? Я знаю, где это. Поехали. Стоять, ля, побежал. Окей. Первый пошел. Он сразу пытался меня завалить, сори, бля. Смотри, есть кто? Хорош, посмотри, какая крутая броня-то. Брат, прикрой меня, вдруг тут еще кто-то есть. Давай, на колени, быстро. Так, ладно, меня ранили все-таки. Никого не говоришь, а ну, чек небороскоп. Это игруха, просто огонь, Романыч, без шуток говорю. Я ее на YouTube запиливаю, если есть кайф посмотреть предыдущие серии, я буду только рад, если ты чекнешь. Блять, он меня напугал. Ничего не мог с этим поделать. Посмотри, усиленная броня, это имба. Они меня не убивают так быстро, правда я птички все сожрал. Посмотри, они меня не могут убить. Но правда у меня аптечки кончились. А, в усиленной броне быстро бегать не можешь, я понял. Так, чекай. Так, тут никого. Чекай. Давай ты первый зайдешь теперь, брат. Чем ты стал? Я не виновен. Смотри, он хотел моего напарника порешать. Ля, у меня напарник какой жесткий. Аккуратно, аккуратно, брат. Так, ладно, пойдем. Ага, напугался сразу, да? Убежать он хотел, ля. Убитый ретром. Да что же вы такие жесткие-то, а? Прикрой меня. Меня одна роман зашел? И чё? Так, стоять, быстро. Понятно, кто будет топ-донатером? Да, Роман еще есть кому донатить, дядь. Я не призываю. Да, сейчас будет, Антон. Сейчас будет. Романыч и так мне в свое время, когда я игры там хотел какие-то купить, он мне помогал. Поэтому Романыча мы не байтим. Антикея мы не байтим, мы таких ребят не байтим. Я всегда говорил, у них есть кому помогать, так что не придумывайте. О. Ром, на Твиче не работают. У Твича поменялись API, и рут они не работают с Твичом некоторое время. У него в группе отписано об этой проблеме, как бы. Как бы мы все в курсе, но мы ждем пока. Так, ради игры, в смысле? Бля, здесь еще один, который будет атаковать. Хорошо. На Ютубе работают, да. Ну чё, рано рот, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Я ничего не сделал. Да конечно, у тебя по-любому пистолет есть, а ну быстро. Ура, я кончил. Блин, Аня кончает на стриме, ребят, у меня. Не, я типа не против, конечно, просто странно. Антон Тришин выбрал, кем ты будешь. И не написал, кем, дядь. Это будет бог. Это будет бог. Иди, брат, чекай, что там. Быстро, руки. Сейчас, когда эту миссию пройду, ребят, пойдем в смайт. Этот был жесткий. Так, пойдем дальше.
мать заработал, говорят, да. Как он в его усиленной броне убивает так быстро? Кредиты снялись, конечно, снялись. Я же говорю, потом напишешь, кого ты выбрал, и я им сыграю. Да не, камон, он мне сразу все снес. Не, так нельзя. Я бомж. Да все мы тут немножко бомж. Руки, быстро. Я требую адвоката. На тебе адвокат. Быстро руки, я сказал. Работает полиция, тихо. Хорош, брат, застрелил его, но ты ранен, да, теперь? Требую адвоката и попросил. Ну да. Я пистолет было, я даже не увидел. Не работает еще, понял, значит играем. Пока играем, значит. Отрабатываем по ребятам. Никого нет, тихо. Наркоту, вижу наркоту. Это в участок отнесем, там сами отработаем. Так, давай ты теперь будешь заходить. Или тебя ранили, да? Быстро руки. Игра называется Police Story, ребят. Police Story, очень крутая игра. Это как Hotline Miami, только с тактикой. Бороскоп, быстро чекай. Офигеть, он как долбанул-то по мне. Да офигеть, вы что делаете, блин? Офигеть. Жесть, блин, просто. Я ради того, чтобы не убить его и быть хорошим копом, получил урон. При этом вот здесь есть еще один чувак, который меня ждет. Давай, брат, я надеюсь, ты не умрешь там. Ага, там даже так. О, давай сделаем вот так вот. C4. Я надеюсь, они... Быстро. Работает полиция, профессионалы, между прочим. Так, пошли дальше. Сыграй как... А, понял, Антох, понял. Закрепил. Хорошо. Осталось совсем немножко. Я раненый, жесть, мой напарник раненый. Быстро руки. Хорош, еще одна миссия. Еще одна миссия. Все чисто. Олени где? Эй, ты, где Лени? Мы знаем, он только что был здесь. Ты в курсе, куда он делся? Да, да, я в курсе. Как насчет сделки? Я скажу вам, куда он направился, а вы от меня отпустите. Нет уж. Эх, но пытаться стоило. Ладно, он сказал, что его босс изменил место встречи. Он в стрип-клубе Life and Hometown в паре кварталов отсюда. Что это за название вообще? Я не знаю, но думаю, они типа хорошо работают. Так, все, не теряем времени.